дорогу провожала, теплотою согревала лед. Нас любовь птица провождала, и теперь она обратно ждет. Да, здорово изменился город. Ну еще бы. Прямо не узнать. 8 лет не был в этом городе. Здравствуйте. Здравствуйте. Здравствуйте, товарищ Иванов. Очень рад. Очень рад с вами познакомиться, брат. Прошу вас, пожалуйста, садитесь. Вы что, ругаться приехали? Ну что вы, зачем ругаться? Благодарить. Мы провели испытания и отличный прибор. Я, собственно говоря, к вам насчет утеплителей. Неужели не понравились? Ну что вы, ну как не понравились? Это просто здорово, остроумнейшее изобретение. Мы даже просто не ожидали такого подарка. И спасибо вам, большое спасибо. Так не меня, благодарите конструктора, я вас сейчас познакомлю. Но я вас должен огорчить. А что такое? Мы отправляемся раньше, чем мы предполагали. Это когда же? Так я думаю, так дней через 10. Да вы что, зарезали? Без ножа зарезали. Если мы же не успеем. Успеете вы, успеете. Вот. Аннушка. Сергей? Так вот, значит, знакомьтесь. Ну, здравствуйте. Ну, как ты живешь, как дела? Ничего, благодарю вас. Вы меня звали, Владимир Михайлович? А то меня там ждут. Пожалуйста, пожалуйста, я вас хотел обрадовать. Вот товарищ хотел поблагодарить вас как конструктора. Спасибо, спасибо. Простите, я спешу. Ну, а как дома? Как Марья Васильевна? Ничего, дома у нас все хорошо. Вы, стало быть, знакомы. Это моя жена. Что? Была моя жена. Мама! Мама! Смотри-ка, мама! Знаю, милый, уже знаю. Да ты прочитай! Ты смотри, как красиво написано! Наконец, мастер литейного цеха завода имени Ворошилова, товарищ Погодин, награжденный орденом трудового красного знамени. Я уже читала. А бабушка знает? Бабушка! Бабушка наверняка не знает! Осторожней, осторожней, Никита! Ладно! Будто наш дед. А ты прочти. А может, кто с лица похожий? Стахановец, мастер литейного цеха завода имени Ворошилова, товарищ К.М. Погодин, награжденный орденом трудового красного знамени. Пойду ребятам покажу. Ай да батька. Всем нам нос утер, а? Смотри, какой красавец. А что ты думаешь? Молодчага. Ребята! Ребята! Здравствуйте! Уже слетайте! Возвратиться из Москвы послезавтра. На заводе встречу готовить. С музыкой. Скажите на милость. Сейчас тут, а, и наказать.
остались. Ну, чего они, Петька? Никита про дедушку фастался. Ну? И Лёвка фастался. Фастались, фастались. И Лёвка сказал, что Никиты папы нет. Ух ты у меня, пошел! Как нет? Есть папа. А почему же он тогда с нами не живет? Как почему? И ты же сам знаешь, полярник он. Послали его в Арктику. Ну вот, в Арктике на зимовке он и живет. А почему же он не может к нам приехать? Ну, мало ли почему. Занят поди очень. А потом ты сам понимаешь, ведь Арктика – это не шутка. Там медведи кругом ходят, мороз, снег, зима. Да, а то и так бывает. Льдин-то хлоп, я оторвалась. Вот он на своей льдине-то год за годом и кружит по морю. А к нам-то добраться и не может. Он как попанится, да? Вот, вот, вот. Он такой же храбрый. Ну уж чего храбрее. Давай лучше дедушки. Ну еще чего лучше дедушки. Конечно. Он самый смелый, самый храбрый. А ты знаешь, какие попанинцы, какие седовцы? О, я тоже буду. Да будешь, будешь, будешь. Только ты его не очень жди. А то мало ли что. Ведь Арктика. Да что ты, бабушка, его же сразу спасут. Я первый пойду спасать. Ух ты, спаситель. А вот ты признавайся, ел ты сегодня мороженое? Нет, бабушка, не ел. Ну, ты смотри у меня. Не ел. Поймаю тебя еще раз с мороженым, я тебе покажу спасение. А мне сегодня уезжать, а? Да ты что, в самом деле? Послезавтра отца встречают, вся семья соберется, а тебя не будет. Да не могу, мамочка, ведь надо все самой проверить. Ведь люди уходят на трудную и опасную работу. Да что ж там, без тебя-то не обойдутся? Не обойдутся. Ах ты, батюшки! Аннушка, накликал. Что, бабушка? В сад! В сад! В сад! Так, в сад, в сад, в сад! Ну, живо! В сад! Иди. Аннушка, Сергей Петрович приехал. А вы бы все-таки дверь открыли. Человек звонок оборвет. Я пойду открою. Вась, подожди. Я сама. Смешно. Он, наверное, теперь совсем не похож на того этого отчаянного крикуна. Да, да здесь ему полтора, а сейчас он вот какой. Ну, он совсем, ну, то есть совершенно не похож. А вот я смотрю на тебя и ничего не понимаю. Была такая девчонка, глазастая, Аннушка. И вдруг... Да когда ты все это успел? 9 лет – это большой срок. Училась, работала. А все-таки ребенок? Мне ребенок не мешал. Мне семья помогала, завод. Знаешь что, давай лучше оставим эту тему. А можно тебе задать только один вопрос? Нет. Это очень серьезный вопрос. Знаешь, давай лучше не надо вопросов. Никита! Никит, пойдем. Ну, бабушка, пойдем, ну я пойдем, не буду, пойдем, ну, пойдем. Не буду больше. Эй, ты! Вернись! Вернись! Да вернись, тебе говорят! Эх, и папа! Бабушка! На-ка, на, сынок, поди. Съешь мороженое. Поди. Слушай, Аннушка, дело прошлое, и теперь мы с тобой обо всем можем говорить совершенно спокойно. Почему ты ушла? И так странно ушла. И твоя записка,
Ну, ушли совсем. Большая просьба не ищи нас, все равно не вернемся. Мне было очень тяжело. Я не понимал. Я не понимаю до сих пор. Почему ты ушла, Аннушка? А как я могла не уйти? Чего детёт сюда тащить? А ну, поконим. Акуня! Ну, что там у них? Что-что? Голова от вас спухнет. Ты приходил домой мрачно. Ты всем своим видом показывал, что мы, то есть я и ребенок, губим твою жизнь, мешаем работе. Тебя раздражали любые мелочи. Вот рожок с молоком, попавший тебе на стол, вызывал взрыв ярости. Ты такой разговорчивый, веселый, со мной ведь не разговаривал сутками. Да ты не замечал, как оскорбительно ты вел себя. Ты вспомни хорошенько, как ты ко мне относился. Я хотела расти, работать. Разве тебя это интересовало? Помог ты мне. Да тебе в голову не могла прийти мысль, что я могу подняться до тебя. А сейчас ты смотришь на меня с удивлением. Да, Сергей. Мне было очень тяжело. Очень тяжело, Сергей. Ты куда? Мне бабушка разрешила. Вот. Поди-ка, съешь мороженое. Дядя Петя, я же ел. А ты еще съешь. Я больше не хочу, дядя Петя. Иди. Ну, у меня живот болит. Ты слушай, когда тебе твой дядя говорит. Ешь мороженое. Никита требует. Чудачка ты, мам. Просто посмотреть хочет. Ты не знаешь, где он? Не знаю. Ушел куда-то. Никитка! Мама, где Никита? Нет Никиты. И только. Сходитесь, расходитесь, ваше дело. А мальчишку оставьте в покое. Ему еще рано такие дела узнавать. Мам, ты прекрасна. Нет Никиты. И все. Мама, он имеет право потому... Право? Какое это право? Что он деньги посылал, это право. Мальчишке отец нужен. Он отцом гордиться должен. А я ему этого показывать буду. Где он 9-то лет был? А? Мама! Марья Васильевна. И тебе скажу. Прямо в глаза скажу. Что? Ты что своим правом пугаешь? А? А что мальчишка без отца растет, так это право. Да позвольте, Марья. Не позволю. И мальчик тебе не покажу. Мама, молчи. Нет мальчика. Да уж, да, ну не волнуйтесь вы, Марья Васильевна. Ну нет так нет. Как нет? Родного сына видеть не хочет. Да. Без сердца ты человек. Да я так хочу, так вы же не хотите. Я не хочу. А ты отец. Ты хочешь. Да я и хочу. Хочешь? Видишь, ты чего захотел? А ты болел за него? Ты дрожал над ним? Ты душу его берег? Нет мальчика, и все. Замолчи, мама. Мама, мама! От того и молчать не могу, что мама. Я тебе ее доверила. А ты семью разрушил. Ну вот что, вы извините меня, Марья Васильевна. Я человек взрослый, и меня поздно учить жить. Мама! Что? Кто это, мама? Этот человек, он обидел твою бабушку. Знаешь, Никита, я приеду, все тебе расскажу, хорошо? Ну, прощай, милый. Мама, ты скоро? Да-да. Поехали. Thank you.
Ленка там. Ух ты! Пыль ты дорожный, а не отец, бурьян, сына не повидал, старухи испугался. А ты требуй, ты настаивай, я сама с радостью приеду. Ну и чихали мы на тебя. И без отца мальчик наш вырастет. А почему без отца? Пришел. А ты где был-то? Бабушка, я почему тебя ты меня гладишь? Искала. Я вот штаны порвала, а ты меня гладишь. Ух ты, батюшки, и правду порвал. Что случилось с папой? Да кто тебе сказал, что случилось-то? Тогда почему без отца? Ну и случилось. И пускай случилось. Тебе без него хорошо. У тебя дед есть, бабушка, мама. Что случилось с папой? Вот, пойди-ка. Над водою голубою лесу видно берегу. Я с тобою молодою расставаться не могу. Легкий взмах веселых весел пусть услышит нас вода, что друг друга мы не бросим, не покинем никогда. Легкий взмах веселых весел пусть услышит нас вода, что друг друга мы не бросим. Ты что, шпионишь? Нет. Садись. Видишь? Пресная вода. Вижу. Клянись, что никому не скажешь. Чистая пионерская. Скажи, чтоб твоя мама умерла, если выдашь тайну. Лучше бабушка. Гроб да могила. 40 амбаров сухих тараканов, 40 кадушек соленых лягушек, 40 шестов ужиных хвостов. Гроб да могила, ободрана кобыла. Сам съем, если скажу всем. Вот. Ну, смотри. Знаешь что, Петька, сходи в отряд и отдай это вожатым. Ну, понял? Понял. А ты куда? Вот ведь как надо читать-то, вот. Знаешь что, с папой что-то случилось? Бабушка не говорит, притворяется, но я знаю, что-то случилось. Я сейчас еду в Ленинград, а потом в Арктику. Я должен разыскать папу. А ты смотри, никому не болтай, а то ведь разревутся женщины. Ясно, разревутся. А тебе не страшно? Маму только жалко. И бабушку. Ну? Ну, прощай. Прощай. Thank you.
На Дальний Восток? Нет. Ага. Значит, в Арктику. Да нет же, я в лагерь еду. А может, в Арктику, а? Понимаешь, у меня товарищ есть в Арктике. Надо бы ему письмецо доставить и не с кем. Вот, думаю, подходящий случай, человек надежный. Может, доставишь, а? Нет, я в лагерь еду. Ах, в лагерь. Ну вот что, дорогой друг. Товарищ начальник, там лес такой есть. Билет потерял, что теперь буду делать? Минутку. Куда, парнишка? Я ищу папу. А он что, служит у нас? Да нет, что вы. Он зимует в Арктике. А, ну, таких у нас много здесь, не знаю. Он тоже герой. Я что-нибудь разузнаю о нем. А, ну, посмотри, посмотри. Героев у нас много здесь. Только поскорей, закрываемся скоро. Хорошо. Знаменитый полярный исследователь Генри Гудзон. Его покинула взбунтовавшаяся команда. Он остался один со своим маленьким сыном и погиб. Неужели погиб, а? Постой. Где-то я тебя видел. Куда? Ну, пойдем. Да ты, я вижу, совсем готов. Нет, правда же нужно. Понимаете, меня беспокоит отец. А ты где живешь-то? В Ленинграде? Да нет, я приехал. Приехал? С отцом? Вот в том-то и дело, что без отца. В том-то и дело. Без отца? Сам? Сам. Так, ну ладно. Ты тут посиди немножко, хорошо? Вот у меня кое-какие дела есть. Я сейчас вернусь, и мы с тобой тут
Так, Варки, ну это мы быстро тут все сделаем. Здесь все в гудзон интересоваться. Ну, брат, теперь он прямо в Арктику. Да? Хорошо. Посмотри-ка его по горячим следам, а? Потом мне скажешь. Хорошо, конечно. Ладно? Ну, конечно. Ночевать собрался. А ну-ка, идем ко мне переночуй. Не пойду. Идем. Идем, 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 идем. Не пойду. Пустите. Пустите. Не пойду. Так ты и не скажешь адрес родителей. Так. Ну ладно, вот тебе постель, ложись. Все равно я вам ничего не скажу. Я вас ненавижу. Ну, милый мой, я от тебя тоже не в восторге. Квартиран. Цайпар Кентегенерки. Это, брат, Пучукоцкий. У нас так в Арктике чай пить приглашают. Ну, цайпар Кентегенерки. А вы тоже полярник? Полярник, полярник. Ты давай садись и ешь. Да, ну а вздуть тебя хорошенько все-таки следует. Да заодно, знаешь, и папашу твоего тоже, наверное, тип порядочный. Мой папа лучше всех. И не хочу я вашего чая. Ну, а не хочешь, как хочешь. Проголодаешься, так небось сам запросишь. Теперь я вижу, что у тебя отец действительно замечательный человек. Ну, иди ешь. Да ей-богу же говорю, что ну отличный отец. Ну что ты ломаешься? Так, значит, в Арктику, да? Дрейфовать. При чем здесь дрейфовать? Вы думаете, что я маленький? Мне уже 9 лет. Да, у тебя характер железный. Бабушка говорит, что у меня папин характер.
да? Ну ладно. Шутки шутками, а тебе пора к папе с мамой возвращаться. Ключ. Ну дай ключ. И давай так условимся, не спорить. Ты мне адрес, я тебе билет, и все в порядке. Пустите меня! Ну что ты заладил? Пустите, да пустите. Да никуда я тебя не пущу. Ну скажи, Джой, ну что с ним делать, а? В милицию отправлять его неохота. Ну ладно. Ты... Посиди, подумай, а я сейчас приду. Не знаю. Не мучай, Петенька. Если знаешь, скажи, мой маленький. Ну, Петушок, скажи, дедушка, а? Скажи, Петруша, скажи, мой сынок, где Никита? Не знаю. Вряд он знает. Ну, конечно, знает. Сам пробежал в отряд, принес от Никиты записку, а теперь прикидывается. Я не знаю. Ах так? Не знаешь? Ты не любишь свою маму, уходи. Люблю. Все равно уходи, я совсем тебя не люблю. Иду, иду. Подожди. Мама, Люда. Уходи, уходи. Петька, а Петька, хочешь, я тебя на машине покатаю, а? Ну, ты скажи, ну, что тебе стоит, а? А я тебя каждый день на машине буду катать. О, как! Правда, каждый ну, день? Ну, конечно, каждый день. Ты только скажи, Яль, да? На машине. Он уехал. Ну? Не знаю. О, видали? Ах, ты. Телеграмма. Ой, это от Никиты. Читай, Петенька, скорее. Поздравляю, горжусь отцом, целую Никиту. Анна. Надо бы сообщить Анне. Нет, не надо ее трогать. Ее работу люди ждут. Верно, надо ее беречь. Нас и так много, без нее найдем. Найдем. Уж ябеда. Я тебя никогда не порол, а сейчас выпорю. Мама! Мама! Где Никита? Все равно не скажу. А ты не скажешь? Хорошо. Мама! Ну что вы к нему пристали? Иду, иду. Ну что вы к нему пристали? Ну что вы к нему пристали? Я же знаю, куда Никиту уехал. Я знаю. Ты думаешь, в Ленинграде? Совсем не в Ленинграде. Не в Ленинграде, не в Ленинграде, моя малышечка. Ну, едем на машине. Есть. А? Вот это парень, молодец, умеешь тайну хранить. Молодец. А? О, да ты действительно интересуешься Арктикой. А еще я вот что придумал. Да? Надо раскалить электрическим током весь ледокол. Он врежется в лед, как горячий утюг. Понимаете? Он себе идет, а лед вокруг него тает, как мороженое тает. Да? Представляете? Представляю, как мороженое. Интересно. А это ценная идея. Да ты у меня настоящий, прямо полярный. Верно, Джой? А скажите, в Арктике мальчики бывают? Мальчики бывают зимовщиками. А иногда даже, знаешь, и рождаются в Арктике. Вот видите, вы же сами говорите. Да. Ну ладно, так и быть. Я уж скажу вам половину своей тайны. Да? Ну говори. Мне надо ехать в Арктику. Догадываюсь. Не выйдет? Мне серьезно надо. Ужасно надо. Ну вот так-таки ужасно. Да нет, правда же. У меня есть один человек. Я не могу вам сказать, кто он. Но он в опасности. Ах, так ты спасатель. Ну, да. А ты с фантазией, парнишка. Слушай, Джой, как бы у нас с тобой, знаешь что, не перепетрил обоих, а? Да нет, я не выдумываю. Я этого человека люблю больше всех на свете. Вы мне не верите.
Ах так, так нужно разрабатывать маршрут, спасать. Ну, конечно. Ну, да. Ну, давай скажи, где он? Вот здесь. Да где здесь? Ты, здесь, ты точно? Ну, в Арктике. Ну, так, милая моя, Арктика большая. Ты мне покажи, точно. Ну, я не знаю, где точно. Я, в общем, там расспрошу. Ты знаешь что, милый мой? Вот что я тебе скажу. Если только ты не врешь, ты мне скажи сейчас его фамилию. Я же всех полярников знаю. Я тебе точно скажу, где он. Правда? Ну, конечно. Вы, наверное, его знаете. Ну, наверное, даже. Видите ли, этот так. Человек... Ну, если вам скажу, вы меня домой отправите. Лучше не буду говорить. Не вышло, Джей. Да, кстати, вот что, я ведь на днях тоже отправляюсь в Арктику. Хочешь, я возьму тебя с собой? Меня в Арктику? Ну, конечно. Правда? Ну, конечно. Ну, а что с тобой делать? Домой ты возвращаться не хочешь. Парень, ну, прям, скажем, хоть куда. И давай условимся, это дело решенное. Правда возьмете? Ну, конечно, возьму. Только теперь нам нужно с тобой написать родителям письмо, чтобы не беспокоились, знаешь, чтобы мама не плакала, папа не волновался. И вот мы сейчас с тобой все это дело и обделаем. Между прочим, вот что, как твой адрес, а? Адрес? Бросьте. Это не пройдет. Ну что, значит, не вышло? Не вышло. Ну ладно, давай письмо отложим. А теперь нам нужно с тобой, знаешь, очень серьезно подумать о маршруте. Вот идем как-то. Нет уж, теперь я вам не верю. Ах, ну как хочешь. Да вот смотри. Ледокол Ермак перед уходом в Арктику. Где? И мы с ним. Да вот здесь. Так вы правда меня возьмете? Да ну, конечно, втроем. Я, ты и Джой. Это все решенное дело. Только нам сейчас с тобой нужно очень серьезно подумать, куда мы с тобой сначала. Да. Да я думаю, что вот сюда. Сюда? Да, пожалуй, сейчас и сюда можно. Он даже старый полярник вносит свои предложения. Да, я и забыл, ведь тебя же в команду записать надо. Как твоя фамилия? Я не понимаю, что вы ко мне пристали? Да ты не думай, я же без шуток. Да ладно. А ты его по носу, знаешь? А что, если мы вдвоем с Джоем за вас возьмемся, а? Пожалуй, не устоите. Ну да, а ну-ка попробуй. Джой! Ты у меня молодец. И вы тоже молодец. Да. А вы знаете, я больше всех на свете люблю своего папу. Когда мне мама или бабушка говорит о нем, я могу слушать целый день. Такой он у меня интересный. Да. Да, по всему заметно, у вас хорошая семья. И, как видно, мама очень любит твоего папу. Угу. Да, бывает же в жизни такое счастье. Ну, положи, положи. Может, еще? Не надо, мне всего хватит. Бабушка! Все-таки едешь, мама. Оставьте и не спорьте со мной. Анну вызывать не будет. Мама, тогда, может быть... И вам тоже свою работу бросать нельзя. Ну и характер. Ну, сядем, дети.
ладно, мать. А меня, бабушка, бабушка, а меня, меня, бабушка, а меня так. Петя, ты бы сбегал скорее за билетом-то. А зачем бежать? Начальник разрешил самолет. Ой, на самолете. Лететь. Ну, так вот уж. Так со мной же, мам. Полетим, сынок. Дела. Не надо мне больше. Хватит мне. А заставьте меня. Хорошо, Джой. Родители мальчика, наверное, ищут, плачут. Да, это нехорошо. Вот что, капитан. Ты мне завтра скажешь адрес твоих родителей, или я тебя отправляю в милицию. А сейчас пора спать. Я сам умею раздеваться. Батюшки. Сергей Петрович. Сейчас посмотрю. Сергей Петрович? Сергей Петрович? Скажите, Сергей Петрович дома? Нету. Ага. Ну, нет дома. Успокойтесь, гражданка. Вам повезло. Нам сейчас только сделали заявку, что задержан мальчик, убежавший из дому. Голубчик, начальник, это он. Вероятно, он, да. Вы присядьте, поддохните, а мы сейчас это все и выясним. Присядьте. Вот, вот. Алло, капитан!
Это что, отделение милиции? Это Иванов говорит. Вот что, я вам вчера, помните, заявлял о мальчике. Так он опять сбежал от меня. Да я уж не знаю. Да, конечно. Конечно. Ну, привет. Ну что, Джой? Ну что? Ну? Сбежал от нас, капитан, да? Да ты подожди, подожди, только не оправдывайся. Только не оправдывайся. Сбежал, эх ты! Ну? Вот что, бабушка. А пошли бы вы, отдохнули бы, а? А что? Да ничего, так, что же, ну, тут, может быть, долго ждать придется. А почему же долго-то? Ведь телефон-то вам известный. Ну, телефон-то известен, так... Ну, а скажем, если этот гражданин с вашим мальчиком, ну, гулять пойдет. Чего же вам тут до ночи-то сидеть? Ну уж, и до ночи. Верно, пошли бы вы, отдохнули бы. Да ну тебя с твоим отдыхом-то. Я ждать буду. Хм. Вот что, бабушка, я не хотел вас огорчать, но мальчик-то ваш опять убежал. Что? Ну, успокойтесь, успокойтесь. Не плачьте, мы его найдем. Ах ты. Не волнуйтесь. Да вы не беспокойтесь, я вам сообщу на квартиру, как только мы что-нибудь узнаем. Вы что, ко мне? Да-да. Пожалуйста, будьте свободны. Пожалуйста. Пожалуйста. Дело в том, что я сегодня звонил вам об одном мальчике. Ах, это вы? Да-да. Очень кстати. Да. Пожалуйста, прошу вас. Вы понимаете, этот мальчишка стащил у меня мои лыжи. Так вы что же, хотите составить протокол на украденные вещи? Да нет, какие там вещи? Но вы понимаете, лыжи. Ну? Мальчишка наверняка хочет бежать в Арктику. В Арктику? Да нет, я вам точно говорю, совершенно точно. Дело в том, что через два дня отправляется Ермак. И я боюсь, мальчишка может просто пролезть. Вот как? Товарищ Филатов, немедленно патруль к ледоколу Ермак. В порт. Да-да. Есть. В порт. Ну, в городе вы не волнуйтесь, мы его найдем. Простите, мне не совсем ясно. Да. Вы отец? Да что вы, какой отец? Ну, просто приятный парнишка. Ну, так я заинтересовался. Ну, всего доброго. До свидания. До свидания. Марья Васильевна, да как вы сюда попали? На самолете. А что случилось? Да что случилось? Никита пропал. Никита? Какой Никита? Сын, твой сын, Никита, бежал. Бежал? Так когда это случилось? Второго. Из дома ушел. Пропал. Слушай. Куда ты? Мальчик, который бежал. Да вы не волнуйтесь, я же помню. Вы знаете,
Кажется, я его отец. Кажется. Мне не ясно. Фамилия ребенка. Но Иванов, вероятно. Вероятно. Приметы? Ну, мальчик в коротких штанах. Ну, мальчик как мальчик. Ну, очень маленький мальчик. Симпатичный. И, по-моему, даже так, ну, я бы сказал, красивый вообще мальчик. Ну, вы точнее, точнее. Ну, цвет волос, глаз, ну, особые приметы. Особые приметы? Да. Марья Васильевна, скорее, приметы! Цвет волос, глаз, особые приметы. Карие глазки, карие, как у тебя. 9 лет, волосы белые, а курточка черненькая. На правом чулке на пятке зелененькая латочка. Латочка! Вон, Марья Васильевна, вон! Я отец. Уже отец. Точно, говори, совершенно точно. Глаза карие, волосы светлые, черная курточка и на пятке зеленая латочка. Я отец. Ищет, плачет старушка. Старушка? Мальчик! 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 Мальчик, постой! Где же ты, мальчик? Мальчик! Мальчик! Здорово, начальник! Давай! Ну, мальчик же! Мальчик! Мальчик! Тебя же папа ищет! Ну, папа, гражданин Иванов! Папа! Стой! Стой! Давай вниз! Ну, чего стоишь? Давай вниз! Давай! Давай вниз! Вы правда видели моего папу? Да как же! Своими глазами! Поймали Иванов! Приехал с севера, ищу сына. Это он! Ясно, ясно он. Наверное, он вышел ко мне на встречу. Ну да. Ну-ка, давай нам. Давай-ка пойдем. Пойдем, готовь. Я так и знал. Наверное, бабушка сообщила ему по радио, и он вышел ко мне на встречу. Ну а что? Что я говорил? Идет! Идет! Это вы? Здравствуйте. Здравствуй. Чудак, это же твой папа. Вы? Мой папа? Вы раньше были моим папой? Да. А ты знаешь, я тебя как-то сразу не узнал. И я вас тоже. Да, да, ну, позвольте. Вы знаете, как так внезапно появились? Мальчик-то ведь женщина искала. Я отец? Так... Полярник. Несколько лет не видал сына. Да, пожалуйста, вот мои документы. А, ну, понимаю, понимаю. Смена, значит? Да. Ну, всего доброго. До свидания. Счастливо. Все хорошо. Ой,
Выжить! До свидания. Всего доброго. Будьте здоровы. Значит, нашли парнишку? Так, так, так. Отец, наверное, рад. А? Что? Погоди, погоди. Как наш работник? Это кто? Иванов? Сергей Петрович? Да нет у него никакого сына. Как нет? Это Джойка. Джойка, миленький мой. Ну, смотри, капитан. На. Черт побери. Сын. Ну, смотри, теперь я тебя всему научу. Да? Помощником моим будешь. А потом мы с тобой вдвоем в Арктику, хорошо? Ага. Это хорошо, что вы сразу и Сергей Петрович, и вы папа. Да? Подожди, кто-то звонит. Посиди. Он Иванов Сергей Петрович. Так вы действительно отец ребенка? Да. Так ты что, спятил? Да я тебе сам его поручил. Ты его и в глаза не видел, так? Так. Ну вот. Какой же он отец? Да, но если не ошибаюсь, вы не могли знать сына, потому что последние годы работали в Арктике. Что? Так? Да, но я давно не живу с женой. А сына? Не знал сына. Да. Ну, тогда мне придется вернуть мальчика в его семью. Что вы? Я хотел, чтобы... Где он? Где он? Где Никита? Бабушка! 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 Ведь Сергей Петрович так оказался моим папой. Ты знала? Бабушка, почему ты не здороваешься? Это ведь мой папа. Не думай. Заберу Никитку. Поговорим потом, только... Только не при мальчике. Я прошу вас. Увезу. Завтра же увезу Никитку. Да он сам не захочет. Он привык ко мне. Я ему скажу, и он не поедет. Посмей только. Я ему глаза-то открою, какой ты ему отец. Да что вы на самом деле? Надо все-таки немножко и обо мне подумать. Мы о тебе много думали. Уж и думать перестали. Сердца у вас нет, Марья Васильевна. Ну, ты меня моим сердцем не возьмешь. Ничего. Я на своем сердце какую семью вынесла? Оно у меня крепкое. Да что это, наконец, такое? Никита же мой сын. Тише. Да не могу я, тише. А я говорю, тише. Ты сядь. Да подождите, ну...
Ну, иди. Сколько я из-за этого полярника перенесла. О, летчица. Ах, да, Аннушка, а? На-ка вот письмо тебе, почитай-ка. Это мне! Это мне папа написал! Неразборчиво написано. Я сам пускай почитаю. Мать читает. Ну, ладно. Да, мама, я обещал папе повторить точно слово в слово. Ну? Поцелуй маму и скажи ей от... Да нет, без от. Большое-большое спасибо за... А за что спасибо, он и не сказал. За мою работу, наверное. Наверное. Да, еще он сказал... От глупого отца. Мама, какой же он глупый? Он же умный, правда? Правда. Остальное слово в слово. Ну, читай же, мама. Почему же ты молчишь? Мама! Дорогой Никитка, я уезжаю в Арктику. Обязательно приезжай с мамой проводить меня. Любящий тебя отец. Постой, дай-ка сюда. Где тут написано дорогому Никитке? Ну да, дорогой сынок, уезжаю на долгую и славную работу, вот неграмотная. Ну да. Ну да. Кланяйся дедушке и бабушке. Вот. Надо вещи собирать. Собирай, собирай. Едем. Едем, едем. Едем. Молодец. Умница, дочка. Никита! Вот, возьми. Отдашь отцу шерстяные. Там, небось, руки-то мерзнут. Ну, ты приехала. Бабушка забыла передать тебе теплые варежки. Ну, вот мы и приехали. Ой, какие чудные, замечательные варежки, а? Теплые. Аннушка. А вы чуть-чуть не опоздали. Да-да, ну лучше поздно, чем никогда. Правда? А ты его там на суфлон. Сергей Петрович, отходим. Иду, иду. Ну, мы сейчас уходим. Я хочу, я должен тебе успеть сказать. Спасибо. Спасибо.
мама, батюшки-то? Ну что же? Папа! Варежки! Теплотою согревала лед, а сквозь просто вошла, и теперь она обратно ждет. Никогда среди льда не погибнет тот, кто отчизной своей я вернусь! Мрак и лед он прорвется, он уйдет и вернется, сердце вновь его обратно позовет. Так и лёд!